Друзья, доброе утро. 7 октября 2023 года, 6:30 утра. Пятигорск, улица Теплосерная. Вот иду на источники Нарзанной покупаться. Вот такая улица Теплосерная здесь у них. Опадает листва. Осень в разгаре. Каждая тропа, каждая улочка пропитана духом Лермонтовщины. Был Лермонтов здесь, не раз сочинял свои нетленные произведения. Ну и пил минералочку и лечился. И вот от улицы Теплосерной, от трамвайных путей, в сторону указателя кафе «Панорама» поднимаемся к ваннам. Слева будут радоновые ванны здесь. Ну, а я к Нарзанным. Сюда вот тропинка на радоновые ванны. Мне чуть выше. И утренний Пятигорск. Друзья, вот напротив цветника у нас находится ресторан «Печорин». Одно из самых атмосферных мест. Кафе даже «Печорин». Одно из самых атмосферных мест Пятигорска. Чтобы пропитаться духом Лермонтова, надо обязательно посетить кафе, посидеть, отдохнуть. И вот сам Юрий наш Лермонтов. Вчера я приехал в Пятигорск. Печорин, давно ли вы здесь? Это кафе находится по адресу Кирова, 25А. И вот по улице Кирова бульварчик. Справа у нас собор. 7:20 утра, поэтому так малолюдно. Выглянуло уже солнышко. Сегодня день обещает быть насыщенный, солнечный, теплый. 23 градуса днем. И это у нас 8 октября 2023 года. А завтра в Пятигорске погода уже портится. 8-9 градусов днем. И дождик накрапывает. Ну, завтра утром я уже отсюда и стартую. Красоты Пятигорска. Посмотрите, какая ель с шишечками.